За время своей работы в должности губернатора Вениамин Кондратьев отдал более 1000 распоряжений руководителям различных ведомств, главам районов и мэрам городов. Количество выполненных поручений на сегодняшний день чуть больше половины. Немалая часть из них – это просьбы кубанцев. При этом, как отметил Вениамин Кондратьев, жители края продолжают жаловаться, что на свои обращения они получают отписки. Вы кому очки втираете? Давайте результат, управленческий результат. Вместе с главами муниципальных образований. Тот, который будет заметен, мне будет заметен и людям. Если вы считаете, что сегодня нету возможностей, нету средств, нету ресурса, нету чего-то, то в этом случае вот эти ваши многочисленные министерства, они мне тоже не нужны. Тогда готовьте предложение о сокращении. Если вы сегодня ничего не можете, если вы бессильны, то зачем мне тогда чиновники в таком количестве нужны?